интернет-клуб «Фортуна» представляет. Здесь Шоу Ми и Ларс, только для вас, группа «Тосвайс», «Сок до продакшн», новая тема за жизнь. И... Интернет-кафе «Фортуна». Я иду, устали мои ноги. Пред собой я вижу три пути. Три пути, три дальние дороги. Но не знаю, по какой идти. Три пути, три дальние дороги. Но не знаю, по какой идти. Правая широкая дорога, вся она бурьяном поросла. Знай, по ней давно не ходят люди. Та дорога знакомая дорога. Был мальчишки, я по ней ходил. Не дойдя до берега крутого, до меня старик остановил. Я бродяга старый и бывалый. Ты меня послушай, не спеши. Ты иди всегда прямой дорогой. Счастье повстречаешь на пути. С тех пор я шел прямой дорогой, где тебя, родная, повстречал. И теперь я жив, здоровы ноги, и в пути не нужен мне. Только новые и лучшие. Интернет-клуб «Фортуна». Не знаю, ман, есть ли свет в конце тоннеля. Кто-то нажмет на курок, кто-то будет расстрелян. Кто-то себя нашел, кто-то давно потерян. Кто-то любит безумно, кто-то любовь не ценит. Для кого-то ценность — это Армани и Дольче. Кто-то воет по-волчьи, в лохмотьях мир топчет. Кто-то жрет фуа-гра на яхте в океане. Кто-то гибнет от дистрофии в странах океане. Кто-то думает, как просадить миллион. Кто-то думает, как дочи купить нутрилон. Ну и где же гармония, где же этот свет? Глаза к небу за ответом, а ответа нет. В общем, чтоб не сойти из пути, брадер, делай вещи. Жизнь волчья тропа, зубы должны быть как клещи. Если по ней идешь, то должен скалиться. Ну а если ползешь, здесь уже кому как нравится, да. Выхожу один я на дорожку. Сквозь туман я вижу три пути. Люди, помогите, подскажите, по какой дорожке мне идти? Люди, помогите, подскажите, по какой дорожке